Данное видео подготовлено специально для паблика ВКонтакте «Книги» и «Уютная библиотека». Ссылки в описании. Всем привет с канала «Голодная полка», и сегодня мы обсуждаем рассказы о черепашках-ниндзя. Это серия комиксов, которая выпускалась в 80-х годах издательством «Мираж», то есть самым первым издателем черепах, и первый том насчитывал 7 номеров. В первую очередь эта серия создавалась с целью дополнить и расширить вселенную черепах введением новых персонажей и раскрытием новых деталей. Например, именно в этой серии комиксов впервые появился Крысиный Король, Кашиголов и многие другие. В мультсериале 2003 года нам великолепно показали адаптации этих историй, и теперь мы можем ознакомиться с первоисточником, и он просто великолепен. Кстати, сериал 2003 года тоже шикарная вещь, но о нем мы как-нибудь в другой раз поговорим. Издателем этого комикса выступили Illusion Studios, те самые люди, которые ответственны за издание на русском языке оригинальных самых первых черепах. Illusion Studios была поставлена задача издать вот это вот чудо, и для этого был организован сбор средств на краудфандинговой площадке Boomstarter. В результате необходимый порог был превышен, книга пошла в печать, а для тех, кто вложил определенную сумму, те могли получить книгу эксклюзивной обложки на выбор, вариант с автографом, открытки, ну или сингл с фуджитоидом. Ну а некоторые могли даже отхватить скетч от художника рассказов о черепашках-ниндзя. Наше издание черно-белое, но в оригинале оно также переиздавалось в цвете. За рисунок в этом комиксе отвечает Джим Лоусон, и он использует здесь два варианта изобразительного типа в рисунке. И если первый мне кажется несколько странным из-за своей неряшливости, какой-то угловатости, то второй вариант вкупе с тушью Райана Брауна выглядит просто потрясающе. Это как раз тот запоминающийся арт, который характерен для старых олдскульных черепах. Выглядит просто невероятно. Такого сильного использования чернил в рисунке и такой тушевки точно нигде не увидеть. В наше русское издание входит не только первые 7 номеров, как это в оригинале на английском. И все это благодаря замечательным людям в издательстве, которые с любовью и трепетом подходят к своему делу и уделяют очень большое внимание всяческим приятным мелочам. Дополнительные истории, обновления, включаемые в переизданиях, вариантные обложки и многое-многое другое. Illusion Studios даже пошли несколько дальше, чем оригинальные издатели. В нашем русском томе все истории собраны в правильной и логической в рамках одной истории хронологии, со всеми дополнениями, заполняя все пробелы в повествовании комикса. При этом все шрифты в оформлении книги идеально подобраны, и поэтому книга на полке прекрасно дополняет остальные комиксы о черепашках-ниндзя. И это очень здорово. В целом, по концепции, это все очень похоже на «Черепаховый суп», который у нас также был издан. Но здесь истории складываются в одну общую целостную картину вселенной черепах. И если вы любите оригинальных черепах, элемент трешака и всего прочего, что присуще именно вот этим оригинальным черепахам, то явно останетесь в восторге от этой книги. На последних страницах комикса указаны все люди, которые пожертвовали на площадке Boomstarter свои кровные, и это на самом деле здорово видеть их здесь. Очень приятно видеть такое внимание издателя к своему читателю, и в целом это навевает, знаете, такой дух победы. Ты прям смотришь на эти страницы, и прямо из них сочится что-то вроде: «Да, мы это сделали, мы эту книгу издали, и все благодаря вам». Вызывает это прям, не знаю, какую-то неподдельную радость. Достаточно большое событие для русских читателей. Первый хардкавер в России по черепахам, прекрасно изданы на русском языке со всевозможными дополнениями. Да, есть небольшие несуразицы с переводом, но они не критичны, ничего особо не портят. Такое никто не должен пропускать. Ну а мы в свою очередь надеемся, что эта книга все-таки получит продолжение, что второй том все-таки выйдет на русском языке, и точно будем ждать. Тем более не просто так же цифру 1 напечатали на корешке. Ну а на сегодня у нас все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, и еще увидимся.